Итак, друзья, всем привет! С вами Олдгеймер из песков Фаранта. Да, вот так вот, юг, пальмы. Бакареш теперь под властью кочевников, наших друзей. И ассасины там не представляют возможности. Их заносят пески времени, вон ноги торчат. Все, теперь отправляемся. Следующая наша цель — Морасул. Ну, сейчас зайдем на руинные поля. К Сатурусу надо еще что-нибудь прокачать. Хотя мы тут, блядь, накачались. Я сделал из драконьих яиц напиток и вообще там наделал. Теперь у меня 504 силы, охуеть. Жизненной энергии 594, выносливость 655. Ну, я думаю, нормально мы тут, блин, завершим. Просто уже полубог. Такой Геркулес. Сын Зевса. Да, ну тут сын Аданоса. Приемный, правда. Ну, ничего. Может, и неприемный. Кто его знает? Откуда-то все такие возможности берутся же. Это я свернул, увидел здесь траву Глорха. Ну и как бы... О, смотри, сегодня острова видно, блин. А то, как я тут ходил, это нихера не было видно. Песчаная буря и все такое. Так что вот так. Уже нам чуть осталось. Взять пару городов, убить Зубина. Пойти отрапортовать королю нашимскому. Что все окей, товарищ король. Враги побиты, все, можешь править дальше спокойно. Принять награды, плюшки и все такое. Все такое нельзя говорить, как в одном кино говорили, нельзя говорить, слова паразиты. Ну, я стараюсь. Не всегда получается. Ну, я ж еще начинающий, хоть и старый, блядь, но это... Не очень речистая у меня была жизнь такая. Хуй его знает. Так, все, там драконов мы побили, здесь побили, блядь. Можно было бы еще, конечно, там сходить, еще пару драконов захерачить и еще один напиток зафигачить. Ну, как-то это... Влом, у меня уже и так лучше, я уже не стану. А с драконами только бусы переодевать, такие, сякие. От огня, от пламени. О, вон шных идет. Шных. У гондон-то, блин. Да, вот видишь, блядь, день не повоюешь. И, блядь, уже теряешь свою квалификацию. Где-то тут кто-то ревет, блядь. А, глорхи. Люблю глорхов. И мясо у них есть. О. Еще где-то пшикает. Вон он орет, блядь. Да у вас тут целая банда, блядь. Ну все, всех увалил, блядь. Всех. Ну, пойдем дальше. По песочку. Очистил даже теперь. Не, ну еще хорошо, тут это респанится это. Всякие тварюшки, а то бы было вообще тут тоскливо. Ходил бы по пустыне, в буквальном смысле. Никого.
Да, где-то фыркает. А, вон он. Привет, дружок. Блядь, вот тормозень-то, блядь. Да. Лестер, интересно, ты неубиваемый или просто тебе повезло, что тебя не убили, а Диего не повезло? Да, невозмутимые бедуины стоят на посту. А я к Сатрусу зайду сейчас. Если получится, прокачаю выносливость еще. Пусть будет больше еще. У меня вечно ее не хватает. С врагами. Она быстро уходит. Машешь, машешь тут. А иногда за кого-нибудь зацепишься колотушкой своей. Своей колотушкой. Да. Вон, одели меня выносливостью. Даруй мне выносливость. Вот так вот. Да, О, 600, да почти 700. О, блядь, нормально. Спасибо, Сатурас. Продолжай дальше читать. Каменную книгу. А мы пойдем... Марасул. Вау, вау. Так. Пройти через этот. Тоже я ходил вон там, да, а тут можно через оазис пройти. Посмотреть, что тут. Ну так. Для общего обозрения. О, какой-то крест. Веревка, наверное, чувак хотел повеситься, блядь, но не повезло. Странно, что эти, блядь, огнем сразу не плюются. Как бы огненный, блядь, ну как-то... Ай, они нам нужны, эти ящерицы, блядь. Если на дороге сидят, ну да, нужны. А так, блядь, нахуй не нужны. Здесь же какой-то оазис был. Или не было? Показалось. А, я, наверное, водоем этот залив принял, блядь. Он глубокий залив. Я какой большой. Пляж одорохали. Но пустой совершенно. Кто-то тут пыхтит, блядь.
Ладно, хер с ним, пухтит. Жалко. Ну, мир, конечно, Готики 3 отрохали охуенные. Вообще его слишком большим сделали. Он, это, конечно, здорово, но... Один хер, вот уже сколько тут, 100 часов, блядь, играем. Уже это, начинает утомлять. Надо, хочется чего-нибудь уже другого. Хочется пойти пострелять, блядь, где-нибудь. С пистолета. С пулемета, блядь. С гранатомета. А тут как бы, да, охрененный мир. Надолго можно застрять. Это было хорошо вот в эпоху Готики. Чё и моды, ну, в принципе, и Skyrim туда же относится это. Хотя Skyrim, так сказать, наполнение гораздо больше. Даже без квестов, без этих, без модов. А во времена Готики, потому что... Игр подобной Готики не было вообще. Готика была одна. И больше такого подобного вообще близко ничего не лежало. Поэтому, естественно, где тут, кто тут готаманы? Любые моды и так далее там принимались на ура. Во все играли, что только связано. Ну, глобальные, конечно, там, возвращение вообще класс там. Мод там еще что-то, кузнец, еще какой-то темный, блядь, да там дохуя их было. Их там, наверное, много модификаций. Даже есть какие-то прикольные с озвучкой, там типа Жириновский и прочая хуйня. С пулеметами немцы-то, в общем, нормально там. Среди орков, жаль, не играл это, ну, смотрел, собирался, ну, как-то руки не дошли. Надо прикольно поиграть. Орки, немцы там и прочие либералы. И ты с пулеметом там такой офигенный. Готик, зальдатен, харинис, офицеры. Тарам-парарам, да-да-да-да-дам. Мы там собираемся нападать на Мурасул. Сидят в пещере там. А чем там? Прохладно, сиди, хорошо. Забрались. Так не значит, тут хоть найдешь эти пещеры. Будешь искать долго и муторно. Это хорошо, я тут знаю мир. О. Ну-ка, Йор. Пора атаковать Мурасул. Да, это так. Покончим с рабовладельцами. Точно. Следуй за мной в город. Встретимся у ворот Мурасул. Вперед, братья! Ну, вы не братья, но один хуй вперед. На Бакареш тут поболее было, а сколько? 9 было. Ну, правда, Мурасул не Бакареш, тут всего один колдун, блядь. Здесь нас 6. Я 7. Ну, ладно, пойдет. А там колдунов было, как собак нерезанных. Но это тоже может, блядь, демона вызвать. Не, наверное, не может, он слабоват. Не должен. Раз он там посылал, не может разобраться. Ну, не, в темной магии он что-то шарит там. Может, какую-нибудь тварь-то вызвать. Он же темный маг. Ах, придется тут всех перебить, блядь. Врежь ему. Давай, давай. Убей! Врежь ему! Да!
Давай, давай. Да. Врежь ему. Следующий бой. Никто не... Давай, давай. Мои кости. Врежь ему. Прекратить. Немедленно. Голова. О, блядь. Дубль 2, блядь. Да. Умри. Да. Да, не говори. Захуячим их всех. Я остановлюсь. Попал, попал. Попал, попал. Больше нападать на меня! Блять! Так, ну что, ладно, продолжим. Давай. Врежь ему. Да. Ешь, да. Попал. Тебе не стоило со мной связываться. Да. Выпьем. Так, да, блин. Потерял одного бойца. Ладно, хуй с ним. Ой, моя башка. Ладно, живи. Раз живой остался, значит, все окей. О, блин, сиганули-то эти. О, блядь. Вот тебе, блядь, и... Все, ушли нахуй. В небытие, блять. Придется биться одному. У ворот Моросула они там, блядь, встретятся со мной. Ну ладно, мать, уйти. Хуй с ним. Хочешь им помочь, блять? А они хуяк, во-первых, обижаются, блядь, если попали под колотушку. Ну попал, блядь, по-своему, ну чё теперь? Я тоже по этому поводу переживаю. Да уж. О, блядь, просторы нахуй, пустые. Конечно, блядь, тут будет все грузиться хуй знает сколько. Три ящерицы тут ползает, блядь, и два покойника. Ну, ходячих. О, блядь. Эти откуда-то, блядь, вылезли, нахуй. Так, эти-то пришли, блядь. А остальных, нахуй, хуй там, блин. О,
Ладно, блядь. Телохранители прибыли. Будем штурмовать так. Что они тут нервные такие, блядь. Вообще похуй, блядь. Тебе один хороший совет. Будь осторожен. Будет лучше, если ты позаботишься об этом сам. Сейчас ты получишь. Клянусь Белиаром. Я не допущу этого. Покажи ему. Я доведу дело до конца. Покажи ему. Покажи ему! С каждой победой я становлюсь сильнее! Белиар дал мне силу! Блять! Дети, блять, все суки! Как мне, блять, на них воздействовать? Кайор пропал, блять! Слушай, я сделаю сейчас по-другому, нахуй. Я их сейчас отпущу. Сейчас мы так и сделаем. Не хочешь по... Ну, убожество. Может, сейчас пройдешь ты, блин. Ой. Так. Удалось довести Кайора, блядь. Правда, все его ребята разбежать, да и хуй с ним, мне главное он. Вперед! Мы атакуем Моросол. Да, вообще пиздец, пришло, блин, время свести счеты. Толстый, блядь. Отлично, блядь. Мы с тобой, койот, блядь, вдвоем справимся. Дай выпью. Кайор, ты еще жив? Ну, пойдем с тобой. Oh! Ah!
О! Гонсалес? А что у него здесь? Мантия высшего мага воды. Давай сюда. Ну, тут все погибнут, конечно, блядь. Я пока еще не разучился драться. Молодец. Вроде моей колотушки тебе, блядь, не устоять, нахуй. Ты сука! А то мне, блядь, не нравится это. Чего, блядь? Битва проиграна! Все! С метлой, бля! Это кто там с метлой, да? Антос, ты с метлой, блядь. Вот это, блядь. Я понимаю, просто для настоящего воина, блядь, все оружие, нахуй. Лучше бы ты уладил это сам. Ассасины разбиты. Я благодарю тебя, о отец свободы. Наступит день, и пустыня станет нашей. Вот, возьми, освободитель. Может быть, это поможет тебе в будущем. Да. Целебное зелье получено. Лучше бы ты не встревал. А, вы вовремя подошли. Конечно, почему нет? Я об этом подумаю. Ангар? Если он будет продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. О, котел, блядь. Хотел приготовить грибную рагу. Правда, им не пользуюсь, то вдруг, блядь. Лучше всего... Грибную рагу? Одно могу сделать. Ну ладно, хуй с ним. Одно так одно, блядь. Тоже хорошо. Чтобы ты моего совета. Так, интересно, этот, блядь, умер, блядь, или что он там? Торговцы, телохранитель, ассасин, боец,
налетчик, мастер Эрнеста. А, Кайор, ты погиб, блять. Ну ладно, хуй с ним. Нингал. Все погибли. Да, Ялима, блин, загнулась. Недолго музыка играла. Пришел человек с севера, и всем настал пиздец. Ну ладно. Настал так настал, все. Прощайте, други мои, нормально мы тут порезвились, блядь. И тут все, блядь. И ты тут померла. Нет, это просто рабыня. А, та тоже танцовщица. Ясмин, все, блядь, умерли. Ну да. В какой-то мере Ксардос был прав, что нужно остановить кровопролитие. Ну, блядь, не мы же его начали. И ничем хорошим это не закончится. О том, что... Идем отсюда нахуй. Пошли в Иштар. О том, о том, что произойдет, если бы мы пошли путем Ксардоса, это мы узнаем в моде «Потерянные боги». Да. Вот там-то мы все и узнаем. В Иштар пойдем пешком. Ну, как мы туда еще можем? Не, ну мы могли бы, конечно, тут пролететь час пути до Брага. Ну, мы и пешком пройдем. Потому как они нормальные говорят без царя в голове. Вот так и в обществе. Если, блядь, нету того, кто управляет, то это пиздец. Маленький пиздец мы наблюдали в 90-х, когда коммунистическая партия померла, блин. Да, идите сюда. И, ну, пусть не сильно цветущее, блядь, но стабильное, мощное государство в момент превратилось, блядь, вообще в хуй знает во что. Чуть вообще не рассыпалось, блядь, беднота, нищета. Да и сейчас до сих пор последствия этого всего переживаем. Еще хер знает сколько это будем переживать. Че, везде одни дилетанты, блядь, специалистов-то нет нигде. Так. В общем, где-то что-то прочитал в интернете, посмотрел и пошел, блядь. Прям по Пушкину. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вот так вот. Потом все заканчивается хуево. Ну и сейчас так же. Ну ничего, потихоньку стабилизируется, может быть. Да стабилизируется, куда денется. Ну и что тут, где там Брага, блядь? Далеко там до Браги. А то идем, идем, идем. А, да уже недалеко, вон там Брага. Я уже знаю, вон туда я ходил за этими, за партизанами. Ну, в Брага мы не будем заходить, дойдем сейчас до перекрестка. И продолжим следующей серии нашего путешествия в этот... В Иштар.
успел гавкнуть. Вот так вот. Тут такой, блядь, монстр, блядь. Полубог. Что с ним сделаешь? Ксардос, наверное, потому и хотел убрать там избранника этого. Мирным путем. Да, вон она, дорога на Иштар. Сейчас вон там под пальмами остановимся. И сделаем перерывчик. Небольшой. Так. О. Ну что, вот здесь вот. Тенечки в относительном. Мы с вами простимся. До следующей серии. В следующей серии пойдем в Иштар и убьем короля Зубина. Ну и Иштар весь перебьем нахер к чертям собачьим. Да. Как-то так. Такой план у нас на следующей серии. Возможно, она будет последняя. Да. Жалко, но пора заканчивать с этим безобразием. Все, пока-пока.